монументально. Средневеково. С электротележками с модерновых сайтов, с модернового времени. Да, красиво, монументально, монументально. Как Куравлев говорил в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», это я удачно зашел. Это у нас в городе Миноритенкирхе называется. Все еще действующая церковь и монастырь. Красиво. Такие вот огромные, высокие окна, витражи и церковь внутри. Да. Такие вещи не каждый день можно посмотреть, тем более бесплатно. Я так думаю, что наша сегодняшняя экскурсия по музейным местам, по открытым памятникам архитектуры Средневековья удалась. Не знаю, как там видно, не видно, но вот одна из могильных плит, как я и говорил, в соборе и здесь, в этой церкви, выдающиеся монахи, выдающиеся епископы захоронены прямо в полу тех монастырей, тех церквей, которым они послужили, посвятили свою жизнь и служение католической церкви. Да. Вот могильные плиты. Могильные камни. Чуть ли не с целой автобиографией, вернее, биографией тех, кто здесь захоронен. Автобиографии, надо же, ляпнул. Вот так вот. Ну, колхозник, что возьмешь? Вот. Ну все. Экскурсия закончена. Ну,
все, теперь можно ехать домой.